Привет всем! Вы на канале Позитив Вселенной. Кто зашел, подпишитесь. Будет нормально. Это терьер Фокс. Он бежал по дорожке. На него напали кошки. Вот он сидит в ожидании. Он грустный. Потому что он в печали. Чуть-чуть. Он думает. Он думает о чем-то. Да? Тоже, да, в печали. Ну, нормально он сидит там. Его надо еще подальше снимать, чтобы батарейка не села. Когда дальше снимаешь, батарейка не садится. Он медитирует. А почему веревка? Это потому что там дворняшки всякие бегают и кусают его. Он не любит, когда его кусают дворняшки. Поэтому он всегда сидит так. Ему еще и ракес надо делать, да? И бородки нет, он теперь не смешной. Он вообще обиженный. Ему груз, он грустноча давит, потому что у него нету кушать. Я его вообще не кормлю уже 40-й день. Вот он так сидит, думает, кто бы ему задонатил бы накушать. На что-нибудь хорошее. Он вообще не поймет, потому что он бежал по дорожке, на него напали кошки. Ладненько. Подписывайся, жми класс, и он тебе привет передаст. Ему все хорошо. Пока.